Вот, финальная часть эпопеи нашей. Операция с новым задом. Я на всякий случай вещички свои залез, забрал. Что сейчас будет происходить, не знаю. Вот номера телефонов спасателей записывайте. Если что, приедут, помогут. В любую часть суши. Они только по суше работают. Так, сейчас мы цепляем. Ой, бля, пиздец. Как бы не пришлось спасателей искать, которые работают по морю. По морю. Бля, помуха. Константин Алексеевич. Основной участник вчерашней экспедиции сухопутной. Смотреть, сказал, за лапами. Как бы в какое место смотреть, я вообще... вообще не знаю, куда тут смотреть. Ой, бедненькая моя. Константин Али... А он сейчас не дотянется. Это... Как она называется? Грёбаный кипостоз. Грёбаный кипостоз. Вчера узнали глубину. Нас это не обрадовало. 4,5 метра. Экскаватор работал на вытянутую стрелу. Ой-ой-ой-ой-ой. Колесо в яме, Кость, надо поднять. Так что номера телефонов запоминайте, которые были на Кунге. Обращайтесь, почасовая оплата идет. Мы рассчитываемся мясом, исключительно мясом. Получается, залезли в долги сейчас на несколько десятков лет. Ладно, все.